Поток беженцев с Украины не ослабевает. Самарская область занимает 5-е место среди субъектов Российской Федерации и 1-е место среди регионов ПФО по количеству вынужденных переселенцев. Сейчас в регионе находится свыше 4000 граждан Украины. С помощью службы занятости на работу уже устроены 548 человек. Как живется вдали от родины и почему для многих этот билет был в один конец? Грустные истории выслушал Николай Козлов. 57-летний Александр Витков – уроженец Горловки. Долгое время жил под Киевом. Но с недавних пор, говорит он, жить там стало невозможно. Это уехать получилось, потому что русских там гонят и сильно гонят. То есть, ну, у них одно – Украина для украинцев. А русские уезжайте в Россию, едьте к своему Путину. То есть жизни там нет. Из-за политических разногласий Александр Евгеньевич расстался с женой-украинкой, которая внезапно перестала понимать русский язык. В ополчение его не взяли по возрасту. Пришлось уезжать в Россию. И то, как радушно встретили его на самарской земле, оказалось для пожилого эмигранта полной неожиданностью. Больше всего волновался за своего возраста. 57 лет. У нас, в принципе, найти работу невозможно в Украине. Там уже после 45 это очень трудно. А здесь... Я просто удивился. Для меня это было откровение. Люди здесь тоже замечательные. Я же говорю, что они, когда узнали, что беженец, и тот старается помочь. Александр устроился плотником в одной из тольяттинских ТСЖ. Когда мне позвонили и сказали, что есть сотрудник, который может у нас работать плотником, то мы с удовольствием согласились с этим. Потому что я знаю, что люди на Украине добросовестные, трудолюбивые. И мы с этим, честно говоря, не прогадали. Человек очень ответственный, работящий. Вместе с Александром Витков в Тольятти находится еще более 700 беженцев. Областные власти готовы всем помочь. 736 граждан Украины прибыло в наш город. Из них 432 человека находятся в трудоспособном возрасте. 81 человек размещен в пункте временного размещения «Зеленый берег». Этим гражданам в первую очередь надо помогать, потому что у них нет здесь ни друзей, ни родственников, и им сложнее всего, мы считаем. Каждому человеку служба занятости оказывает услугу по информированию о всех вакансиях, которые есть в нашем городе. Вакансии, слава богу, сегодня есть, нам есть что предложить. Как и остальные вынужденные переселенцы, Александр Евгеньевич мечтает получить российское гражданство. На Украину он возвращаться не хочет. Николай Козлов, Олег Айдаров, новости губернии Тольятти.